Вячеслав, скажи, пожалуйста, насколько тяжело было войти в игру? Ну, проигрывали 0-3. Всегда, ну, с таким счетом уже как бы ты в минусе. Было тяжело входить в игру, ну, груз ответственности лежал. Что вот доверили, надо выручать было. Ну, ребятам спасибо, что меня поддержали, я их поддержал. Все хорошо сложилось. А как вообще так получилось, что в начале второго периода счет стал 0-4? Ну, не знаю, может быть, легкая несобранность у меня, у команды была в начале прям периода. Ну, получили быстрый гол, потом вроде раскатились, разогрелись и начали играть свою игру. Скажи, пожалуйста, ключевой момент матча, на твой взгляд, когда вот эта шайба была защитная? Я думаю, да. То есть, когда там уже стоял выбор, либо мы 1-5 проигрываем, либо все-таки 2-4. И это, ну, морально на нас очень хорошо сказалось. Команда воспряла и вытащила игру, можно сказать. А ты из своих ворот видел, шайба была в ворот? Ну, я имею в виду сам по ходу матча. В плане? Ну, ты из своих ворот видел, ту шайбу вы забросили, как бы все правильно, засчитана она была? А, нет, к сожалению, я не видел. Это было слишком далеко от меня, там даже игроки закрыли. Ну и последний вопрос. Тебе, наверное, как одному из тех, кто совсем недавно еще выступал на профессиональном уровне, сейчас ты играешь в этой лиге. Насколько вообще уровень лиги, уровень команд, игроков, на твой взгляд, насколько серьезный, скажем так? Ну, на самом деле, пройдя в эту игру, ну, лигу, я ничуть не стал менее сконцентрирован на играх даже, да. Это говорит о, ну, действительно высоком уровне команд, действительно высоком уровне игроков и их подготовки. То есть, ну, даже, ну, если сравнивать с вышкой, то, ну, разница не так ощутима. Говорят, что вообще здесь матчи намного интереснее, чем высшие хоккейные лиги. Ну, опять же, матч на матч не приходится, но сегодня эта игра действительно показала, что здесь бывают очень интересные игры. Все, спасибо. Да, спасибо.